Наше путешествие называется «Лесная полянка». С подругами Ульянка пошла весной гулять, на солнечной полянке цветочки собирать. Здесь бабочки, как будто ожившие цветы. Конечно, это круто. Со мной согласен ты? Вот дом построить дружно решили муравьи. Его топтать не нужно, здесь правила свои. В природе все логично, во всем баланс. Она дает отличный урок для всех, для нас. С подругами Ульянка водили хоровод. Вдруг скатерть самобранка раскинулась у ног. Свой аромат клубника им дарит от души. Кивает земляника, не зря сюда пришли. И пчелки поспешили собрать быстрее нектар. И все живут здесь в мире, кузнечик и комар. На скатерти зеленой грибочек под листом прикрылся, как попоной, себе устроил дом. Смотри-ка, под осинкой пробился, как сквозь щель, с заманчивой кислинкой любимый наш щавель. А вот для чая мята любуется собой, и аромат приятный, и с нервами покой. Все вглубь зовет полянка, взглянула невзначай, и видит там Ульянка цветущий иван-чай. А вон расцвел орешник, ты лето пережди, и соберешь, конечно, с его куста плоды. Играли, любовались причудливой красой, грибов, цветов набрали и в дом вернулись свой. Подружки были рады с природою дружить. Не надо им награды, ведь это счастье жить.